Добрый день, уважаемые зрители. От души приветствую вас, дорогие подписчики. Зовут меня по-прежнему Григорий. И то, что я предлагаю вашему мнению сейчас, с моей точки зрения, многим из вас может быть полезным. По уже многолетней традиции, которая насчитывает минимум 10 лет, почти каждый день рождения Надежды, а именно так зовут мою жену, мы отмечаем в поездке. Я подыскиваю с помощью сайта HRS Deals хорошую четырехзвездочную гостиницу с завтраком за 50% цены. Слежу за тем, чтобы эта гостиница находилась в интересном месте, где вокруг есть побольше достопримечательностей. Обычно это бывает в Германии, иногда за ее пределами. В этом 2020 году выбор пал на гостиницу рядышком с городом Херфорд в районе Флото. 4 звезды, громадный номер, приличный завтрак, несмотря на пандемию. И с понедельника по пятницу мы, а с нами еще две Надины хорошие подруги, великолепно проводим время. Мы посмотрели городок Бад Зальцуф, Лен. Мы были в городке Лем, мы смотрели много других любопытных, симпатичных мест, например, у фигуры Арминия или Хермана побывали. Мы были в городе Детмольд, в музее под открытым небом, Фрайлишт Музеум. Завтра женщины поедут в лучшую в этом регионе сауну, точнее термальный комплекс. Ну, а погода, так сказать, грамотно организованная мною логистика, сделали этот год, эту встречу или отмечание дня рождения, хотя событие может быть и не самое приятное, удобное и комфортное. Я уверен, это скажет именинница. Спасибо, пожалуйста. Спасибо моему мужу, что он организовал эту поездку. Так спланировал все очень хорошо. Все очень близко, рядом. Вот. Сегодня хотели, правда, поехать в сафари-парк, но у нас не получилось. Но, как говорится, все, что не делается, то к лучшему. Зато мы посетили очень красивый город Уфлинг-Бад. Для меня это была, ну, такая хорошая новость, что там можно отдохнуть, подлечиться, подышать солевыми этими ваннами, как говорится. Ну, в общем, все очень красиво и много-много мы узнали интересного. Спасибо еще раз моему любимому мужу. И я вам тоже от всей души рекомендую, пусть не обязательно пользоваться нашими маршрутами, но планировать непродолжительные 2-3-4-5-дневные поездки, если мой многолетний опыт может быть вам полезен, я буду искренне рад сделать это, порекомендовать. Справитесь, я уверен, вы без меня легко. А сейчас я заканчиваю этот коротенький сюжет из Флото, из гостиницы «Essential Dorint» 4 звезды. Конец сентября 2020 года. Поездка, приуроченная к дню рождения жены. Всего вам доброго, до новых встреч!